Я думала, ты не доберешься сюда. Скорее всего, мой батя где-то там. Нам придется потрудиться. Выбираемся отсюда. По этой больнице уже 2 часа хожу кругами. Какой только кретин ее проектировал. А еще и карты нет ни хрена. Заряжай пушку. Жора, не стой как столб. Видал, как я его? Отлично! Сюда! Сейчас покопаюсь в реестре. Теперь надо найти моего батю. Какая идиллия! Все брызнут. Вот! Так-так, его надо разбудить. Вот, он уже едет. Пошли встретим. Совковый ком. Идем. Может быть, он тут? Вот он. Что ж, попробуем взломать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Яй-яй-яй-яй-яй, ни за что не прошло. Мама? Папа? А можно я сегодня не пойду в школу? Бать, ты что несешь? А что у нас сегодня, кстати, на завтрак, а? Батя, ты бредишь? И вообще, почему я своей левой ноги не чувствую? Что ж ему вкололи? Наверное, что-то сильнодействующее. Как-то тесновато в этой кровати. Нужно мотать отсюда. Надеюсь, Ламер починил цереблу. Если да, то нам повезло. Если нет, уйдем пешком. А с батей надо что-то делать. Кто-нибудь сделает мне массаж или нет? У меня все кости ломит. Черт, у него окончательно крыша поехала. Почешите мне пятку, я не дотягиваюсь. Все, хватит. Отправляю его в отрезвитель. Пусть там отдупляется нахрен. Я надеюсь, что после ледяного душа ты придешь в норму. Спокойной ночи, мама! Владимирский централ, ветер северный. Владимирский централ, Владимир. Выбираемся отсюда. Отлично! Сюда! Я пойду к главному компьютеру. Оттуда буду направлять тебя. По радио. Будь осторожен. Thank you.
Молодцы, ты работаешь. Погоди, пока я открою. Все просто. Твою мать, мордоворотик.